Впечатлил своей масштабностью, своей архитектурой. Он отличается от всех городов. А филармония, такая прекрасная техника, свет, и какие талантливые дети, их мастерство, их талант, их улыбки дарят нам надежду. Впервые такая поездка далеко от дома, тем более, можно сказать, на другой континент, в Азию. Город очень впечатлил Екатеринбург тем, что здесь очень много заводов, которые производят большую промышленность как для России, которая и обороняет Россию, и обеспечивает Россию, ну и людей. Хорошая филармония. Все нас хорошо приняли, приветливые все люди были. И артисты очень хорошо работают на сцене. Я хотел бы тоже попробовать с ними поработать на сцене. Впечатления самые прекрасные. От филармонии просто в восторге. Честно, не ожидали, что так будет. Прекрасную экскурсию нам провели. Все показали, прекрасно приняли, очень приятно к нам отнеслись, прекрасные номера, артисты доброжелательные, пообнимались, пофотографировались. Все замечательно, спасибо вам большое.